интервью мы записали в канун 8 марта, как раз перед вылетом в Китай. Я долго думал, какая тема может быть 8 марта интересна вам всем. И подумал, ведь я живу в таком малиннике, вокруг меня одни девчонки. Так, может быть, и надо поговорить с ними об этом празднике, каких подарков они ждут, что дарили раньше. Ну, в общем, информацию узнать из первых рук. Ну и вас, соответственно, поздравить. Потому начнем. Ребята, вот мои красавицы. Начало интервью, они еще смущаются. И я вам хочу сказать по секрету, пока не включили камеру, мне даже начали высказывать претензии, что на 8 марта ни одного примечательного подарка я Танюшке еще и не подарил. Да. Это лишь говорит о том, что жизнь только начинается и все еще впереди. Ну что, всем привет! Привет! Здравствуйте! Виктория, привет! Будем! Ого! Будем! Мы заказали кофе, а здесь надо было водку! Будем! 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 Для тебя 8 марта, что это за праздник? Ну, совершенно обыкновенный праздник. Для меня играет роль больше день рождения. Для меня 8 марта это просто получить еще один подарок от папы. Смотрите, это пирожное заказал я себе. Можно я его? Нет. Можно манго это сделать? Нет. Ну, пап! Ну, что значит пап? Посмотрите, можно нет, и посмотрите, руками в мою тарелку, и манго было съедено. Ну, наверное, часы мои первые, самые мне, которые нравились, они были с Hello Kitty. Они так открывались прикольно, и потом нарисована была Hello Kitty, оно было в страсиках такое, знаешь, миленькое. Пояс был белый, я это точно помню, я открывалась, и там внутри часики. Вот это прям был самый запоминающийся подарок. На 8 марта вот не могу вспомнить, все, что приходит на ум, день рождения. Вот телефон мне подарили Hello Moto. Это 8 марта было или день рождения? Это было 9 марта. Нет, это было 8 марта, потому что нет, тебе не Hello Moto, тебе подарили первый сенсорный телефон, они только начали тогда. Это выходить. На 8 марта было, да? Да, первый вот, запоминающийся подарок. Да. Hello Moto, а-ля Флёр. Для Флёр, да, Samsung. Вот это был самый мы запоминающий. Мы ехали в машине, да. И ты такой, типа, я сейчас тебе подарю его. И мы не поверили, а ты взял и подарил, и я сидела и думаю, мы ехали в машине, не помню, сколько мне было лет. Ну, может быть, мне было... Да не важно, сколько мне было лет, я была маленькая. И папа говорит, что вы хотите на 8 марта? Просите, что хотите. Ну, я же ребенок, дети, они все наивные, они воспринимают информацию, как им говорят. Ну, и мама говорит, я, ну, духи. Папа такой, хорошо, а ты, Тори, что будешь? А я такая, песенью сомнения говорю, я хочу золотые сережки. И папа такой, хорошо, сейчас поедем тебе и купим, выберешь такие, какие хочешь. И тут раздался просто возглас мамы на всю машину. Она говорит, да ладно, что так можно было? Сейчас важный вопрос. А что бы вы гипотетически, не сейчас на 8 марта, а в принципе хотели получить на 8 марта? Итак... Начинаем с мамы. Нет. Нет! Я знаю, как она ничего не я хочет. Я знаю, что я хочу. Виктория. Я знаю, этот подарок, он нереальный. Его, наверное, не существует. Но я хочу вот такое вот маленькое ведерочко. И в нем вот такие малюсенькие настоящие ромашки, чтобы они были, и они были живые. И они вот такие малюсенькие, чтобы я ходила и умилялась, какой у меня маленький был. Я хочу дом. А хухо на хухо не лопнет? Нет. Не, на самом деле, если бы можно было заказать подарок, я бы заказала всем своим родственникам здоровья. Влад. А, я хочу кроссовки. Отлично. Сейчас придем номер, заберешь мои. А теперь подумайте. Подумайте внимательно и ответьте мне на такой вопрос. Если бы у меня уже была бритва, пена для бритья. Носки. Молодец. Носки. То что бы вы мне подарили оригинального на 8, ой, на 9, на 23 март.
Нет, апреля. Да нет, февраля, конечно. Но точно ничего, так и знал. Полет на вертолете. Молодец. Самые крутые моменты, которые вот мы запечатлели, да, например, поехали на Бали, там Новый год самый интересный, куда-нибудь еще, также и 23 февраля самые запоминающиеся, все фотки, все видео сложить в одну кучу и пережить это заново, все. Отличный момент, Тань, тебе осталось, давай. Что, любовь. А так, то есть так она не дарит. Так она не дарит. Ладно, ребята, смотрите. Остался последний кадр. Он самый крутой. Сейчас поздравим всех с 8 марта. Поздравляем с 8 марта! У-у-у!